территории Аквалэнда на Юго-Востоке открылся каток. Стоимость катка 300 тенге. Приходите со своими коньками. Есть раздевалка. Стоимость раздевалки 300 тенге. Ждем вас на катке. И также можно прокатиться по аллейке. Кто любит более конькобежный вид спорта, можно прокатиться вот по такой аллейке. С правой стороны мечеть. И выход на каток. Даже елочка есть. Приходите.